дача. Смотрите, какая у меня фигурная дача. Идем, короче, опять менять эти панталоны. Лосины. Иду на Эммочку. Взяла Элку. И она говорит, что нас выгонят сейчас. Вспомни, за это видео запишите, пожалуйста, себе. Видите, что будет, дойдет до Эски. Дай бог. Представляете, Элка мне большая. А нельзя в магазине мерить. И приходится, видите, иду опять менять, мои друзья. Ну, хорошо, что близко. Смотрите, какая у нас движуха. Не знаю, чтоб успели, мои друзья. Чтоб успели, потому что сейчас 9. У нас до 10. Этот торговый центр работает. Смотрите, сколько у нас на пироженка, Лиля. Пироженка, а? Видите, она вообще не кушает пирожное. Это я кушаю, она нет. Она мясо кушает. Мясо любишь? Идем, слушайте, опять менять. Это пенчи, девочки. Потому что, говорю, я взяла Элочку. И представьте себе, они мне большие. На Эмочку иду менять. Доча убежала от меня. Мерумо, это хороший магазин. Видите, доча моя купила себе. Стой, не убегай так быстро. Видите, что она себе взяла? О, что? Лосины. Смотрите, как это. Она не может нарадоваться. Вчера купила себе пенчи. Ну, ага, рядом, но пенчи стоят 300 лир. Есть разница. Короче, идем теперь вверх искать, бо там все на нее большое. Вот этот идем. Вверх ей надо. Смотрите, какие Nike новые модели. У меня дочь покупает 1100 лир, мои друзья. Она как видит. Она берет, честно говоря, всегда такие марки. Но... Поэтому я говорила, когда мне мало из Америки привез за 35 долларов, считайте. А тут сами видите, какие модели дорогущие. Сами мои друзья, видите. Идем, солнышко. 950. Эти, мои друзья. Это тоже 950. Вот такие, как у дочки. Какие у нее есть? Сколько сейчас цена? Сейчас 600. На прошлом году брала. Такие только бежевые у нее есть. Эти нравятся, как носочки, да, легкие. И я говорю, что у нас такие цены. 400 лет. У нас такие цены, что пипец. У нас в Стамбуле всегда дорого барка. Мы зашли с Инессой в магазин, а ей надо какие-то шмотки. Это на втором этаже возле нашего дома. Это я, мои друзья. В синем. И в кепочке. Сейчас посмотрите, она себе хочет такой секси костюм купить. А, это самая юбка под кожу, конечно. Я раньше когда-то в кожаных костюмах ходила, сейчас нет. Цены здесь дешевые. И не знаю, в чем мне нравится. Ну, как бы на любителя, да? Эти кофточки такие симпатичные, 150 лир. Они бежевые, просто сливаются. Ну, есть много симпатичных. Это сиреневая, хорошо, куда и насиделась. Но, знаете, надо уже смотреть что-то на осень. А там даже ветровочка есть на той стороне. Джинсовые курточки, сейчас подойду. Курточка такая под кожу, конечно, 250 лир. Джинсовые такие есть.
клубника кушать, вот эти. С таким рукавом смотрите. Ну, сейчас... А, я иду тоже. 250 лет. Этот пиджачок симпатичный такой, видите? Зачем он? Теплые костюмы. Видите, теплые. Два цвета. Смотрите, Инесса, какой костюм себе взяла. Инесса, показывай сейчас сначала. Потому что здесь цвет лучше. Это о. Костюм. Ага. Вообще супер. Секси. Каблуки оденешь, вообще о, супер. Ну что, с каблуками обязательно. Ага. А ну давай я на цвет иду лучше. Смотрите. Вообще заеб... Заматюкалась, красиво очень. Дотя, смотри, как Инесса тебя рекламирует. Уже девочке дала твой инстаграм. Реклама, где ты ногти делаешь. Сейчас увидели у нас на руках, мои друзья, смотрите, 4 недели. Уже, видите, сливает очень. И Инесса сейчас сделала. Ну, покажи. Сейчас сделала. Привет, друзья! Покажите вам камеру. Я 2 дня болела, у меня очень этот синузит, голова болит. Сейчас иду в большой магазин. Сейчас я вот так оделась. Иду себе кроссовки поищу. Синие мне надо, черные есть, 2. Белых у меня 4, серые. Синие иду искать. А что-то у меня пришло в голову. 2 дня не выходила практически. Говорю, у меня этот синузит задолбал, заболел. Видите? Фу. Знаете, какой я иду магазин? Бойнер. Моя любимая марка. Здесь все есть. Ну, я вообще в ахере, мои друзья. Сейчас побахнусь. Здесь все марки есть. Может, что-то сниму, посмотрю. Иду себе, говорю, здесь по акции все есть. Это марка Tommy, смотрите, что у меня. Ой, какие они тяжелые, если бы такие синие хотела, у меня джинсы. Что у меня футболочка сейчас на мне. Хотела себе взять, и о чем они, я не знаю, мои друзья. Какая цена, вот она, по акции сейчас. Сливается. Не знаю, короче. Такие марки по скидке. Это мне не очень нравится. Сейчас посмотрим. Смотрите, полусумочки какие, да? У меня сейчас джинсы поло. Почем они, мои друзья? Вот это, например. Это что за фигня? Не вижу, мои друзья. 500 лир. Такие, да? Это маленькая. Это 290. 300 лир, короче. Такие марочки маленькие. Такая, это 150 лир, маленькая вот это, ну мне не нравится. Смотри, под что я спортивный стиль люблю, это 350. Под спортивный стиль я люблю. В коричневом виде, смотрите, какие есть. У меня такая, эта дубленочка точно, и сапоги такие есть.
Не знаю почем. Сейчас. Смотрите, рюкзачки какие симпатичные. Может, на рюкзачок вот этот белый мне нравится. Белый с серым. Почем он? По акции. 210 лир, мои друзья. Такой симпатичный вообще. Смотрите сбоку. Вот в таком виде есть. Это на пояс такая. Сейчас скидки 50%. Это очень красивая сумочка. Почем она сейчас? Это марки Tommy. 420 лир, мои друзья. Это очень качество хорошее. Ну, марка та, что у меня. Эти. Мне понравилось. Смотрите, маечки, вот эти блузочки. Да, почем они, мои друзья? По акции. 80 лир. Сейчас очень хорошее качество. Смотрите, всякие есть. Допустим, да, вот эти по 80 лир. 60 лир скидка. Эти тоже, смотрите. Сколько их цветов. По 80 лир. По-моему, все, да? Это не вижу, друзья. Видите, цены. Очень дешево. Смотрите, какие скидки. Эти теплые кофты почем? Почем они, мои друзья? 200 лир получается. Ну, это сейчас. Потом будет дешевле. По 200 лир. Смотрите, какие сейчас спортивные штаны. Очень хорошие, да? Брюки, смотрите. Такой спортивный стиль. Полосочку. Почем они? По акции, мои друзья. Ой, не вижу. Сливается. Эти, мои друзья, джинсы такие, но эти мне джинсы не нравятся. Смотрите, похожие, как у меня, еще я дома таскаю. Но качество очень хорошее. Смотрите, эти какие. Сейчас у нас где-то 10 вечера, очень тепло, мои друзья. Люди раздетые в Стамбуле. Ну, пробки, как обычно. Я иду домой. Нагулялась. А. Видите, какие у нас пробки. Знаете, что мне нравится здесь? Знаете, что мне нравится в Стамбуле вечером? Вот, где именно я живу. Потому что у нас всегда полно людей. И вот, допустим, 10 вечера, да, я себе иду домой, пятница, 10 вечера. Да, движение есть, но считайте, людей полно и безопасно ходить, понимаете? А где людей нету, мои друзья, я бы, например, не вышла вечером одна на улицу. Я провела иначе домой, погуляла по магазину, ничего не купила. Я себе кроссовки смотрела, мне не понравились. Мне надо было синего цвета, смотрела этой марки, но, честно говоря, мне не понравились. Что мне нравится в нашей улочке, ну, где я живу именно, да, мне нравятся эти толпы народа сумасшедшие. Так, я сейчас обойду. Конечно, они мне не нравятся, мои друзья, но у нас можно, видите, где-то около 11, пятница вечер, и я иду себе домой спокойно, я не боюсь, что кто-то меня шарахнет по голове. Здесь очень много камер, здесь полиция. И плюс много людей. Это очень хорошо. Два дня, друзья, не выходила. С этим синузитом простудилась. Видите, в кепочке. Я их купила 3. Надо еще себе взять красный, синий. Потому что буду беречься. Здесь выгорела лампочка, темно. А у нас дома нет. Боже, налазилась я. Видите, как у нас светло. Но здесь ветры, потому что мы, получается, в середине, наверху, с той стороны моря и здесь, ну, Босфор, с двух сторон. И у нас это просто ужас, какой здесь ветер.
А я здесь простудилась и всегда это болею. Маркет сейчас будет, наверное, здорово. Нет, он занятый. Рукой помахал. Все, я уже дома. Какой я в кепочке. Ой, мои друзья, как я устала. После двух дней я заболела и не была дома.